28 апреля 1945 года. Войска 1-го Белорусского фронта продолжали вести уличные бои в Берлине. Они взяли в плен свыше 9 тысяч немецких солдат и офицеров. Захватили более 100 полевых орудий, 135 пулеметов, 1800 автомашин и 50 складов с различным военным имуществом. Юго-восточнее Берлина, в Лесисто-Озерном районе, войска 1-го Белорусского фронта и 1-го Украинского окружили значительную группу немецких войск и вели бои по ее уничтожению. На территории Чехословакии, восточнее и юго-восточнее города Брно, войска 2-го Украинского фронта с боями заняли 11 населенных пунктов. За 28 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 17 самолетов противника.